Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И продолжаются новогодние праздники. И, конечно же, у нас тоже специальные выпуски программы «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня только что вы увидели начало нашей программы, музыкальное начало. И играл для вас Ароян Грант, ученик детской музыкальной школы номер 4 городского округа Люберцы, который сегодня присутствует в нашей программе вместе с руководителем ансамбля саксофонов или ансамбля саксофонистов, как мы выяснили, можно и так, и так говорить. Владимир Новиков, здравствуйте. И прежде всего, с Новым годом вас. Здравствуйте, спасибо большое. Вас тоже также с Новым годом. Большое спасибо за приглашение. Ну, Новый год, вы понимаете, мы так все его ждали с таким нетерпением. Вот скажите, вот в этом году у вас планируются какие-нибудь, скажем так, отчетные концерты и так далее? Потому что 2020 год был сложный. У нас активно планируется работа. У нас наша самая главная цель в 2021 году – это поездка на конкурс в Германию. Ух ты! Главное, чтобы ее открыли. Главное, чтобы открыли, да. В город Любек. Так, там, что там? Там будет конкурс саксофонистов сольный. И вот мы хотим туда съездить и как бы честь города Люберц защитить. Отстоять. Да. Сразу же скажу, что у нас сегодня два вот таких дуэта будет. И еще два музыкальных произведения, фрагменты, вернее, музыкальных произведений вы услышите. Потому что все-таки у нас новогодний выпуск. Хочется вам дарить радость. Тем более, что музыка – это всегда радость. А саксофон, как, ну, наверное, можно сказать, все-таки относительно молодой инструмент по сравнению со многими другими. Да, относительно саксофон молодой. А если взять российскую школу, она еще моложе. Вся российская школа пошла. Класс саксофона открылся в 1963 году Маргаритой Константиновной Шапошниковой. Тогда еще ГМПИ имени Гнесиных было. Те самые 60-е, что называется. Да. Оттепельные. Вот, да. Тогда... А до этого что, саксофон считался не очень хорошим? До этого просто он как, ну, существовал просто как вот инструмент, который вот играет там, ну, как гитару взятого у нас играют все. Хорошо. Мы сейчас, конечно же, обсудим и саксофон, и многое из того, что называется тяжелым таким творчеством, музыканта, музыканта начинающего и музыканта опытного, потому что и Владимир Новиков, и еще один наш гость, представители взрослой, так сказать, части музыкальной школы, это люди, лауреаты множества конкурсов, и, конечно же, опыт огромный, наступает момент, когда этот опыт передается. Но сейчас вопрос Ароян Гранту, ученику. А почему саксофон? Ну, все же идут, ну, скрипка, ну, в крайнем случае, пианино или рояль, как правильно. Ну, даже аккордеон или баян, и вдруг саксофон. Ну, мне, потому что, получается, на саксофоне можно играть разную музыку, классическую, джазовую, такие разные. А тебе больше что нравится? Наверное, джазовая, да, правда? Что классическую там мучить вот это вот? Джазовую лучше. Да? А вот, скажем, популярную музыку можно играть? Ты можешь сыграть что-нибудь современное, музыкальное, в принципе, на саксофоне? Ну, если не увидит преподаватель. Рэп какой-нибудь сможешь сыграть, нет? Я еще не искал. Какие есть такие ноты. Вот, типа задание на Новый год разучить. Потому что мне кажется, что музыкант, он, в принципе, на любом инструменте может все сыграть, да? Конечно. Нет, они дома играют, много играют. Ага. Они просто боятся преподавателя говорить. Еще один вопрос. Ароян, а вот что такое для тебя инструмент, саксофон? Это твой друг? Или наоборот, когда вот начинаешь учиться, и кажется, что это какой-то страшный, я не знаю, там, спрут, который отнимает время и силы? Кто для тебя этот инструмент? Ну, у меня друг, получается, он мне помогает. Ага. Ну, мне нравится на нем играть. А там же еще какое-то нужно дыхание хорошее, легкие, да? Да. Как ты тренируешь это специальное, наверное? Ну, перед тем, как играть какие-то произведения, надо дуть длинные ноты. А сколько ты больше всего, вот самое длинное произведение, ну, я не говорю сейчас концерт, да, это отдельная история, вот сколько самое длинное произведение ты играл без остановки? Не помнишь? Минут? 3 минуты, 4, 6? Я помню одно произведение, но это я во втором классе в конце на экзамены сдавал. Ага. Это «Жонглёр» вроде. Да, «Жонглёр», да. Да, сколько он долго идет? Минуты 4. 4 минуты. Это же сколько надо, извините, сейчас за грубое непрофессиональное слово, дудеть, чтобы вот так вот все это произвело эффект. Причем это не самое длинное еще произведение. Это не самое, понятно. Владимир, скажите, ну, для нас, людей, которые, к сожалению, не умеют играть на столь
любопытным с исторической точки зрения, с музыкальной инструменте. Мы все-таки воспринимаем его, да, как что-то такое действительно джазовое. Ну, классическое, все-таки он иногда там теряется, там много инструментов, потому что если где-то повезет выйти на первый план, и хорошо. Скажем, гитаре так-то и вообще в классике особо-то и не слышно, и не видно. А мы его воспринимаем еще как инструмент, ну, такой модный в какой-то степени, да. Вот до пандемийные времена любой клуб, любое, значит, какое-то заведение, и не только, скажем, концертный зал, но вот как-то играет саксофон и уже как-то настроение создает. Вот для вас, как для человека, который этот инструмент знает со всех сторон, что такое саксофон? Ну, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что когда Адольф Сакс создавал саксофон, угу. он его планировал сделать как связующее звено между медными инструментами ага. и деревянными. Есть в симфоническом оркестре есть класс медных угу. и есть класс деревянных. И саксофон планировал Адольф Сакс сделать как именно связующее по звуку звено. Не хватающее, да, заполнить, ага. как, так сказать, дыру вот эту вот звуковую. Вот. И были проблемы у него там, были судебные у него иски. Угу. Он создавал же из разных инструментов. И, то есть это такое... Да, и он еще собирал это из разных инструментов, и его обвинили еще в том, что он украл идею. Угу. Вот. Но не без этого. И плюс еще на то время, ну, соответственно, технологии не были такие, как сейчас. И, соответственно, в симфоническом оркестре из-за несовершенного звука он еще не прижился тогда. Угу. Вот, поэтому можно сказать, что вот потом, когда вот начался уже джаз, можно сказать, что джаз спас саксофон. Если бы, возможно, не джаз, возможно, саксофона бы сейчас, в принципе, не было бы. Правильно я понимаю, что, по большому счету, с точки зрения истории, этот инструмент, он как, знаете, вот есть самодельный автомобиль. То есть есть серийный автомобиль, а есть умельцы, которые из разных автомобилей вдруг собирают что-то новое. Ну, вот примерно так сакс и поступил, да, собирая его из разных, я так понимаю, инструментов подобных, и попытался сделать из него вот такую вот историю. Ну, вы знаете, я, конечно, не могу сказать, что именно сакс хотел, думал. Ну, может быть и так, но в итоге саксофон вышел совершенно новый, на мой взгляд, уникальный инструмент. И привлекательный по-своему. И, собственно, вот, если, допустим, вот, девочки особенно очень красиво любят, вот, в школе у нас, допустим, девочки очень красиво смотрятся, так модно, прям в платье золотое одеваются, сочетаются очень красиво. Вот. Но при этом надо же играть на этом инструменте, не только чтобы сочеталось. Нет, девочкам в этом плане проще, понимаете, они уже красиво выглядят. Да, уже красиво выглядят. Им ведет. А скажите, вот школа, вы являетесь одним из руководителей, а кто придумал эту школу? Почему именно саксофона? И почему не там саксофона и еще чего-то? Как происходила идея вот, создания такой школы? Идея у нас зародилась... В институте, когда мы еще учились, сначала... В институте? Институт ГМПИ Ипполитова Иванова, педагогический. Знаменитый, да, знаменитый. Там, легенда. Там многие учились, звезды нынешние. Вот. Изначально, когда мы поступили, как раз вот там зарождалась идея, там, чтобы сделать большой ансамбль саксофонов. То есть тогда, когда мы поступили, я поступил, это было 2013 год. Это так же давно было. Да. То есть до 2013 года, в принципе, вообще в России не существовало этой идеи, не было саксофонов, ансамбля саксофонов, это что-то прям новое. То есть каждый сам по себе, индивидуальным. Нет, были какие-то квартеты, четыре дуэты мелкие были. А вот чтобы именно большой ансамбль, это вот уникально, действительно. И там профессор сейчас вот, Алексей Владимирович Волков, которому мне посчастливилось учиться, моему коллеге, вот мы у него закончили, и он вот придумал, собственно, почему бы нет, почему бы не собрать вот, из класса саксофонов ансамбль. Саксофон уже большая разновидность, есть альт сейчас вот, у нас в студии лежит, далее мы баритон представим, баритон будет саксофон. И почему бы вот не запомнить вот это вот, по сути, вот если послушать ансамбль саксофонов большой, он практически звучит как симфонический оркестр, ничуть не хуже по объему. Ну то есть это вот по принципу, как мы называем скрипка, а потом кто-то знает, что есть еще виолончель, да, кто-то еще как-то, меньше, мало, меньше, да. И, собственно говоря, любой инструмент, если его настроить, то действительно может быть такой целый ансамбль саксофона. Еще один вопрос Араяну. Скажите, а это все-таки для вас индивидуальный вид инструмента? Или вдвоем интереснее играть? Или втроем? Ну, кто кого переиграет? Ну, мне кажется, в ансамбле лучше, потому что там разные голоса, и это
более складно звучит. А что ты мечтаешь, вот когда ты вырастешь? Вот ты бы хотел на саксофоне, где бы ты хотел играть? Ну, я иногда часто вижу видео в интернете, да. Там, когда люди, получается, идут нам на улицу и там играют какую-то джазовую музыку, я хочу так же. Ну, в смысле, не на улице только ты хочешь играть? Не то, что на улице. Развучало. Нет. А ты умеешь, да? Ты можешь подойти и сказать, дайте-ка я сейчас сыграю. Ну, это известно, что, кстати, многие известные музыкальные коллективы, акции такие есть, вот проводят всевозможные такие благотворительные, не только мероприятия. А ты хотел бы на сцене большой выступать? Да, хотел тоже. Весь мир покорить. Тем более вы едете, надеемся, в принципе, в Германию. В принципе, он уже и участвовал на больших сценах. Участвовал. Он же у нас лауреат. Лауреат. У нас лауреат второй степени. Лауреат второй степени. Расскажите. Конкурс в Бронницах был город Бронницы был конкурс по зонам наших области, так сказать. Он там стал лауреатом второй степени. Также другие ученики у нас тоже там и первое место заняли. Это вот из недавних, если брать. Это буквально вот до как раз вот пандемии, как раз вот там февраль. Месяц. Хорошо, а что нужно для того, чтобы попасть в вашу школу? Вот человек чем должен обладать? Ну, слухом, наверное, да? Или легкими, хорошими? Я, наверное, подойду с другой стороны. Я думаю, прежде всего, нужно обладать желанием. Угу. Потому что вот в нашем, не только в саксофоне, а в нашем ремесле музыкальном, главная цель и желание. Если этого нету, то дальше вряд ли что-то получится. То есть, если есть желание, то дальше, скорее всего, будет успех. А потом уже из этого вытекает и слух, и интонация. Ну, скажем, а с какого возраста можно начинать? На саксофоне однозначного ответа нет, потому что у нас зависит от зубов. Если неожиданно. Зубы молочные, то на саксофоне играть еще нельзя. А, понятно. То есть я так понимаю, что я даже могу, если при желании научиться, если или это когда их уже отсутствие тоже плохо. Уставные есть. Уставные, я понял. Ну, пока еще, слава богу, свои. Я хочу поздравить вас с Новым годом. Я хочу пожелать вам идти дальше, зарабатывать, попытаться попасть в Германию, и не только в Германию, поучаствовать. Спасибо. В конкурсе. Вот, и, конечно же, хочется вот увидеть этот проект, когда много, вообще, когда много, это, с одной стороны, красиво выглядит, с другой стороны, это, конечно же, очень сложно. Пожелать вам, чтобы сбывались все ваши мечты, и, как вы видите, сейчас у нас на столе это не просто какая-то такая наглядная агитация, это дипломы, в том числе и нашего гостя Владимира Новикова, и участника Райана Гранта, ученика, и еще сейчас у нас после небольшой паузы будет следующее выступление новогоднее и следующие гости. Так что хорошего года. Ну, и я надеюсь, что, Раян, когда-нибудь я буду смотреть за вашим выступлением, говорить, а ведь он был у меня на интервью когда-то давно. Вот. С праздником вас. Вас спасибо, с праздником. Большое спасибо. Ну, а мы сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в первой части нашей программы были один из руководителей ансамбля саксофонов детской музыкальной школы номер 4 городского округа Люберцы Владимир Новиков и ученик этой школы Райан Грант и лауреат музыкальных конкурсов, можно уже так сказать. Перерыв.
Напомню, что это программа «Открытый диалог», новогодние выпуски программы «Открытый диалог» продолжается. С вами Николай Пивненко. И, как и обещал, во втором отделении у нас тоже прозвучала мелодия с помощью одного юного саксофониста, которого зовут Никита Теплинский, и который сейчас тоже здесь находится у нас в студии вместе со своим преподавателем, одним из руководителей ансамбля саксофонов детской музыкальной школы номер 4 городского округа Люберцы, Русланом Зариповым. Здравствуйте, с Новым годом вас! Здравствуйте, спасибо. И вас тоже с Новым годом, спасибо. Скажите, вот сразу вопрос к Руслану. А саксофон, ну, в хорошие времена, когда мы предполагаем, что нет никакой пандемии, не хочется в Новый год ее вспоминать, тем не менее, это же такой инструмент, наверное, которого на любой новогодний праздник, вот саксофон – это украшение. Как, скажем, в древний, там, ну не совсем древний, наш национальный какой-нибудь там баян, балалайка, чтобы праздник, кстати, чтобы свадьба была. То если говорить о европейском таком заходе, это, наверное, саксофон. То есть он на всех праздниках участвует, да? Да, конечно, несомненно, саксофон участвует на всех праздниках, особенно в новогодние. Uh-huh. После каникул, когда мы встретимся, uh-huh. да, каждый ребенок всегда рассказывает, что вот я играл у бабушки 1 января, о, вот же, 2 да. января я там играл на саксофоне. Благотворительные это... концерты да, домашние. То есть, да, 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 да. Тут уже... Скажите, Никита, а вот что говорят ваши родные? Вот они довольны, что вы саксофоном занимаетесь? Да. Ну, потому что вот я спрашивал у вашего коллеги, обычно же как? Скрипка, рояль, аккордеон и гитара. Это вот как в спорте футбол, хоккей, ну, в крайнем случае, баскетбол, ну, или там фигурное катание, девочки отдельно. А почему саксофон? Заставили? Нет, ну, мне нравится, как он звучит, он красиво выглядит, у него, ну, как бы... Мужской такой, да, инструмент прям? Ну, да, прям. То есть вы, наверное, мечтаете сыграть, чтобы все были просто в восхищении от вас, да? Да. Есть такое? Но вы сейчас играете в основном классику, правильно я понимаю? Или да, джазовую музыку такую более эстрадную тоже играете? Или пока классику? Пока классику. Пока... А почему дети не играют что-нибудь джазовое, эстрадное такое? Нельзя? Нет, почему? В общем, все исходит от фундамента. То есть есть даже, допустим, первый, второй класс, пособие – это постановка губного аппарата, это правильное звукоизвлечение звука, это дыхание. И это легче всего, и в то же время сложнее всего, а точнее понятнее всего делать именно на классических произведениях. И то есть там, понимаю, где начинается, да, одна нота, вот она целая нота, ты должен ее красиво вдохнуть, протянуть, без всяких киксов, без всяких, чтобы воздух не выходил мимо мундштука, да, то есть я именно попадал только туда. Вот, удобнее всего это изучать на классическом репертуаре. Скажите, Руслан, а вы как пришли к саксофону? Как я пришел к саксофону? На самом деле, если быть честным, я впервые услышал, вот вы в перерыве напели композицию Кэнди Дауфера «Лили Вас Хью». Ну как? Да-да-да-да. Именно эту композицию в детстве я услышал, тогда были кассетки такие, да, вот этот на плеере, на музыкальном центре. И я такой говорю, а что это за инструмент? И мне говорят, это саксофон. Я говорю, я хочу точно так же играть, красиво. Вот, я это вам сколько знал, было лет? Это мне было лет 7-8 где-то. Ну, вот. То есть я не знал тогда, что есть джаз, я знал, что есть классика. Потому что в детстве я слушал, так как-то завелось, диски Моцарта. Вот. Но я пришел к саксофону через джазовую, через эстрадную музыку. Но уже будучи, когда я поступил в колледж музыкальный и начал обучаться на саксофоне, я услышал, что есть еще совершенно другая школа, есть совершенно другой звук саксофона, классический. И после этого момента я понял, что... Ну вот мы обсуждали тоже, что саксофон, он придает, вот когда смотришь, выступает мужчина, придает мужественности. Когда выступает девушка или женщина, придает, как ни странно, какого-то такого, ну, женского обаяния, что ли, да. Вот он в любом случае, он выгодно представляет своего, ну, скажем так, хозяина, хотя непонятно, кто хозяин, инструмент хозяин. Кстати, скажи, Никита, инструмент главный или ты главный? Кто принимает решение, как правильно звучать? Потому что если он не захочет играть, он же не будет играть правильно. Я. Ну, а если ты неправильно нажмешь на кнопку,
Он скажет, не, я не буду, я отказываюсь. Устанет, например. Он же, наверное, как живое существо, нет? Нет. Нет? То есть ты там главный все равно? Да. Да? Надо вот держать видите. Аппликатуру. Тут. А болят губы-то после игры-то? Скажи честно. Ну, я как бы уже привык, как бы. А вот сначала, вот, когда ты начинаешь... Первые шаги. Да-да-да. У тебя прям затекают губы, болят тоже. То есть это тяжелая работа. Угу. Чтобы девчонки сказали, что клево на саксофоне играет, они не знают еще, как это трудно все делается. Угу. И, наверное, иногда и не хочется идти на, как сказать, на урок или на репетицию, правда? А надо. А легкие еще? Вот, Руслан, я спрашивал у Владимира, вашего коллеги, у нас же у многих людей проблема там, ну, с дыханием. У кого-то неправильно в носу это какая-нибудь перекладина, плавно намекая на некоторых ведущих, некоторых программ. То есть получается, что если человек плохо дышит, он не сможет инструментом пользоваться. Не только саксофоном, а вообще. Знаете, живой пример. У меня друг, да. Он астматик. Ага. Он настолько сильно влюбился тоже в этот инструмент, что он играет в оркестре сейчас. В очень хорошем оркестре. И может даже лечиться. Да, да, и даже лечится. То есть, как бы, я думаю, что я, в принципе, всегда отношусь к любому делу с каким-то оптимизмом. И я думаю, что если ты чего-то хочешь, чего ты любишь, да, то это можно. Почему нет? У нас много дипломов. Да, дипломы и Владимира, и ваши дипломы, и дипломы ваших ребят, которые здесь... Есть. Вот скажите, я так понимаю, что деятельность... Одно дело, когда ты сидишь в своем там репетиционной комнате, да, и вы репетируете, ребята получают образование, и дальше уже сами принимают решение, куда им идти. А другое дело, вы участвуете в конкурсах, правильно? Так я понимаю. Вот вы сами участвовали, были в Германии, еще будучи студентом. Да. Эти конкурсы проходят. Но правда, надеемся, что в этом году все-таки рано или поздно вот этот глоток воздуха для саксофона тоже появится. И какой самый главный в мире конкурс, где вот если саксофонист выступил... Именно саксофоновый. А? Именно саксофоновый, да? Да. Самый главный конкурс проходит на родине изобретателя Адольфа Сакса, на родине этого прекрасного инструмента, в Бельгии, недалеко от Брюсселя, город Динан. Есть так. Такой город. Он небольшой город, и там проводится самый престижный конкурс саксофонистов, классических саксофонистов, который проходит раз в 4 года. То есть это равносильно... Как чемпионат там, мира по футболу. Как чемпионат мира по футболу и как знаменитый наш конкурс Чайковского, который тоже проходит раз в 4 года. Также проходит конкурс саксофонистов, который тоже 4 раза в год. Один раз... То есть, если ты там хотя бы выступил, то уже... Это уже, да, ты уже считаешься то есть выше уже, мастером. Уже мастер, все, да. Я понял. То есть, понятно, что ты туда не сможешь просто уже приехать и сыграть первый тур. Ты проходишь несколько отборочных туров по видеозаписи. Ну, я понял, хорошо. Да, и он есть, такой конкурс есть. Никита, скажите, а вы хотели когда-нибудь клип сделать такой мощный, свой, чтобы сыграть на, значит, саксофоне? Вот, чтобы преподаватели увидели, вот, и чтобы все увидели просто, что сумасшедший такой. Самый главный ребенок-саксофонист в мире. Ну, или вы, или, например, Араян. Ну, я бы хотел. Да? Есть любимые мелодии такие, которые в голове роятся, чтобы сыграть чего-нибудь на будущее? Ну, есть. Но надо работать. Ну, надо, да. Надо работать. Надо сначала сыграть то, что сейчас в программе, а потом приступать к... Тем, слушай, вот когда ты говоришь, например, каким-то друзьям своим, ну или там знакомым, которые еще не очень хорошо, да, что ты учишься в музыкальной школе, и ты класс по классу саксофона учишься. Это же гордо звучит. Ну, да. Потому что, наверное, если просто пианист или скрипка, ну, сказали, ну да, все понятно. А саксофон, мне кажется, это очень прямо, ух, как звучит. Вот. Я хочу последний вопрос адресовать. Все-таки, и мы уже спрашивали, ребенок, который услышал, что хочет играть на саксофоне, получится у него или все-таки какие-то должны быть особенные показатели? Ну, вот мы выяснили, что что-то связано с челюстной, скажем, системой, да? Угу. Вот, наверное, плюс дыхание. Ну, наверное, можно научить, да? Я просто к тому, что я вам ищу новых посетителей музыкальной школы.
Вдруг вырастим еще много талантов. Да, конечно, можно научить. Даже, то есть у нас 6-7 лет, да, дети приходят сейчас. К счастью, все идет вперед, и есть уже маленькая версия вот такого инструмента. Это называется сопрано-саксофон, да, вот он получается, ну, в два раза меньше этого инструмента. Трость меньше, мундштук меньше. Когда уже, если у ребенка есть уже коренные зубки, да, то есть как бы все, мы уже можем извлекать первые звуки. К сожалению, времени у нас мало. Я хочу сообщить нашим телезрителям, что в честь новогодних эфиров открытого диалога сегодня вы увидите еще уникальный дуэт преподавателей, которые участвовали в нашей сегодняшней программе, и он начнет выступать сразу после того, как я с вами попрощаюсь. Я же хочу пожелать вам, Руслан, и вам, Никита, чтобы, ну, во-первых, состоялись все фестивали, которые возможны и в нашей стране, и далеко за ее пределами. Вот, Никите пожелать успешного освоения в дальнейшем все, что связано с саксофоном. Мне кажется, что, наверное, даже опытный саксофонист все время открывает в нем что-то новое. Вот. И хорошего Нового года! Спасибо вам. Это спасибо, были наши теперешние друзья-саксофонисты, а именно Руслан Зарипов, один из руководителей ансамбля саксофонов детской музыкальной школы номер 4 городского округа Люберцы, и ученик этой самой школы Никита Теплинский. Как я вам обещал, я, Николай Пивненко, с вами прощаюсь. Еще раз поздравляю вас с наступившим Новым годом. А сыграю для вас сейчас небольшой дуэт саксофонов, так правильно, да, называется? Да. Вот те самые наставники, которые сегодня были гостями нашей программы. Владимир Новиков и Руслан Зарипов. Всего доброго и слушаем настоящие саксофоны. Они продают.